Ультрафиолет обладает сильными дезинфицирующими свойствами. Он уничтожает большую часть бактерий и вирусов, при этом он безопасен для человека. Технология дозированного ультрафиолетового облучения отлично зарекомендовала себя в медицине и проверена годами практики. ОРЗ, ОРВИ, грипп. В замкнутом пространстве возбудители болезней передаются воздушно-капельным путем очень быстро, а эпидемия в школе, саду или на работе может стать источником заболеваний всей семьи. СОЭКС Квазар – медицинский комплекс для домашнего и профессионального использования. Прибор имеет три основные функции – лечение, непрерывное обеззараживание воздуха и дезинфекция поверхностей. Прибор подходит для комплексной лор-профилактики лечения вирусных, кожных и других заболеваний. Световой поток, направленный специальными тубусами, обеспечивает максимальный лечебный эффект. В режиме рециркуляции квазар продезинфицирует воздух в помещении площадью 30 квадратных метров всего за 4 часа, пропуская его через специальную камеру. Во время дезинфекции воздуха покидать помещение не обязательно. Благодаря возможности непрерывного обеззараживания воздуха, квазар обеспечит отличную профилактику, в разы снизит заболеваемость и предотвратит риск заражения от уже заболевшего члена семьи. В режиме дезинфекции квазар обеспечит практически медицинскую стерильность. Он продезинфицирует любые поверхности с потенциальным скоплением вредных микроорганизмов, электронику, детские игрушки и другие предметы, которые невозможно обрабатывать химическими средствами. Для этого прибор нужно направить в сторону облучаемого объекта. Вы управляете длительностью работы во всех режимах с помощью таймера, а по завершению процедуры квазар отключится самостоятельно. Ультрафиолетовые излучатели известны в физиотерапевтических методах лечения давным-давно, и мы их применяем очень активно. Этот прибор сделан таким образом, что человек необученный, элементарно посмотрев инструкцию, может его применить для себя и очень хорошо и лечить, и профилактировать различные лор-заболевания. Если мы откроем шторки, здесь будет место для того, чтобы вставить тубус. Тубус вставляется специальным движением, вот таким вкручивающимся. И тубуса может быть три. Это самый маленький тубус, он может применяться у детей для облучения носа, а также у взрослого человека для того, чтобы воздействовать на наружный слуховой проход. Этот тубус для того, чтобы облучать полость носа. И, наконец, последний тубус, он напоминает физиотерапевтический прибор, к которому мы привыкли, УФО. Это облучение полости глотки. Когда рядом с вами были больные, чихающие, кашляющие люди, особенно если это касается детей, вы пришли домой, и вам необходимо провести профилактику, дабы не заболеть. Естественно, все знают, что надо помыть руки, можно прополоскать горло, можно промыть полость носа. И точно так же можно использовать квазар, поскольку он обладает эффективным, мягким ультрафиолетовым излучением, который убьет микроорганизмы, вирусы, находящиеся в полости носа и глотки. Если вы его примените, то вы наверняка не заболеете. В квазаре установлена стандартная ультрафиолетовая лампа. Ее можно купить в любом хозяйственном магазине. Ресурс лампы 6000 часов, примерно 1,5-2 года активного использования. После этого она продолжает светить, но теряет лечебные и дезинфицирующие свойства. Прибор точно рассчитывает ресурс лампы и предупреждает о необходимости замены. СОЭКС Квазар – зарегистрированное медицинское изделие. Одобрен Росздравнадзором. Подойдет как для домашнего, так и для амбулаторного использования. Перед применением прибора в лечебных целях требуется ознакомиться с инструкцией и проконсультироваться с врачом. С появлением квазара в вашем доме вы забудете дорогу в аптеку. СОЭКС Квазар – лечебно-профилактический комплекс для повседневного использования.